Зачем ты здесь? Да. Эй, Дик, Дик! Постой. Братан, ты уж извини меня. Я же не знал, клянусь. Мэнни, ты знаешь, сколько времени я в этот байк вбухал? Я же его своими руками собрал. Я понял, да. Я тебе все возмещу, честно. Вот, гляди, новость клепал. Ты называешь эту хрень байком? Ну да. Он не... Ладно, я еще поищу. Детали там. Я все устрою. Клянусь. А как насчет моего топливного бака, который был подарком от моей покойной жены? Его ты тоже мне устроишь? Блин, Дик, прости. Иди ты нахер, Мэнни. Слушай, хватит об этом. Что-то ищешь?
Буду ждать. Секундочку. Вот так. Не-не, я еще кое-что поищу. Давай, увидимся. Че надо-то? Как скажешь, Мэнни. Как скажешь, Мэнни. Ну что тебе? Да? Ох, как я устала. Здравствуй. Ага, привет. Слушай, Дик, я просто хочу, чтобы ты кое-что знал. Я видела, как они пригнали твой байк. Я с первого взгляда поняла, что он твой. Да? Вот как? Да. Слушай, я пыталась поговорить с Коупом, но он сейчас очень зол. Не на тебя, ну, может, и на тебя. Но эти упокоители, нам от них крепко досталось, слыхал? Да, слыхал. Спасибо, что рассказала. Мы друг за друга горой. Ты помогаешь мне, я тебе. Это точно. Только пойми, мне нельзя высовываться. Сделай вид, что ты обычный намат, пока Коупленд не остынет. Да, я понял. Ну ладно, принес трофеи. Ну ладно. Ты пришел с трофеями, да? Ага. Эй, будь осторожен. Я не Дикон хочу Сент Джо. Своего лучшего охотника. Ну, понял? Как жизнь, Дэймон? Еще что-то конкретное? Я могу предложить еще что-нибудь. Неплохо. Это тебе точно нужно. Фрики побоятся с тобой связываться. Больше ничего? Класс. Ладно. Спасибо, Дикон. О, Дик, рад видеть. Эй, Мэнни. Твой байк можно улучшить. Отличный выбор. Это хорошо послужит.
О, это клевая штука. Отлично. Что-то еще? Сейчас завернем. Ага, отличный выбор. Это хорошо послужит. Клевая штука. Отлично. Что-то еще? Сейчас завернем. Ага, отличный выбор. Это хорошо послужит. О, это клевая штука. Отлично. Что-то еще? Сейчас завернем. Ага, отличный выбор. Это хорошо послужит.
Что-то не так? О, это клевая штука. Потом еще будет что-нибудь. План пока, Ди. Господи, что вы с ним сделали? Бухарь, ты меня слышишь? Да, Дик. Как ты там? Как рука? Я же сказал, заживет. Ладно, но все равно я сгоняю к блокпосту Нера. Поищу там стерильные бинты, мазь, что-нибудь такое. Как скажешь, я сделаю обход. Надо убедиться, что на горе никого нет. Бухарь, нет, нет. У тебя ожоги третьей степени. Оставайся там и лежи. Я уже скоро буду. Мне бы, не знаю, можно от боли чего-нибудь? Да, да, постараюсь что-нибудь найти, я постараюсь. Сент-Джон, это Коуп. У меня радиосигнал пропал. Когда доберешься до вышки, восстанови связь, я заплачу. Так эти люди, ты их знаешь? Прервать вещание свободного Орегона – это похоже на месть. А знаешь, ты угадал. Они были в моем лагере. Но им, видно, не по нраву был запрет на воровство, насилие и убийство. А может, они просто, как и я, устали слушать твою параноидальную чушь? Отбой.
Вот он, блокпост Неро. Надо найти медикаменты для Бухаря. Дикон Сент-Джон, это Копланд. Просто хочу сказать, что мы тут в Peaceful Lake ценим все, что ты для нас делаешь. Ты очень многих спас. Генератор. Тут должен быть генератор. Есть. Вот он. Заперто. Заперто.
что надо. Ну вот, порядок. Ну давай, падла, заводись. Черт, сейчас они все сюда сбегутся. Динамики. Черт, где эти динамики? Поймите работе сотрудников мэра карается расстрелом. Да заткнись ты! Где они могут храниться? Да, стерильные бинты. То, что доктор прописал. Теперь надо вернуться к Бухарю. Опа. Надо было поправить здоровье.
готовимся к отступлению. Нам сообщили пару минут назад, все, чем мы здесь занимались, было пустой тратой времени. Сотни инфицированных движутся из фервола по шоссе. Их не сдержать. Блокпосты разгромлены. Мы уходим. Все, я иду. Назад! Стойте! Лучше бы ты свалил. Вместе с дружками. Добро пожаловать в мой мир, тупой ты ублюдок. Бухарь, слышишь меня? Бухарь, возьми рацию, придурок. Не отвечает. Где его черти носят? Спасибо, что сказал. Делаю, что могу. Отбой. Делаешь, что можешь, Свинсен. Вот так тебе!
Порядок. Эй, Бухарь, я принес кое-чего тебя полечить. Бухарь. Черт. Бухарь! Эй! А? Что? Эй, эй, да тихо ты, псих! Чертик. Я ж тебе чуть башку не снес. Короче, покажи-ка мне руку, а? Нет, нет, не покажи надо. Покажи мне руку. Не надо! Все, все! Дик. Спасибо. Я это поправлюсь. Все заживет. Прилягу ненадолго. Нормально.
как дела? Ну, у меня было свободное время, кое-что смастерил. Бухарь, спасибо. Да, я заеду как смогу. Отбой. Попался! Живо оттуда! Он заходит!
попал. Заряжай, заряжаю! Вот и все. Он здесь. Он был здесь. Последний. Господи, Коуп, скольких ты успел вывесить? Так, это, наверное, был генератор, но теперь это просто решето. Ладно, думаю, хватит. Вот и все. Бросай! Будь у тебя хоть один патрон, я был бы уже труп. Прошу вас. В женщин я стреляю, когда нет выбора. Есть у меня выбор? С меня взять нечего. Я бездомная. Ух ты ж, блин. Ну ладно. Посмотрим, нет ли у них тут подземного бункера.
Хорошо. Вот и люк. Спускаемся. Вот это мне пригодится. Карта с пометками. Да, неплохо. Им-то она уже ни к чему. Дик, слышишь? Может, ерунда, конечно. По-моему, кто-то проехал по горе, моторы шумели. Я только что зачистил радиовышку для Копленда. Сейчас заберусь на нее, может, увижу что.
Дик, ты там как? У тебя что-то голос странный. Да нет, ничего. Я просто не ожидал. Мне повезло, у бабы патроны кончились. Ты ее отпустил, так ведь? Ну да, твою мать. Да, я ее отпустил. Рано или поздно, Дик, эти твои принципы тебя убьют. Ага, ну, все равно меня что-нибудь убьет. Какая разница, что? Отбой. Нехилая высота. Ну ладно, посмотрим, о чем там говорил Бухарь. Точно. На горе кто-то есть. Вижу дым от костра. Твою мать, мне не померещилось. Где они? Я пойду туда. Нет, Бухарь. Тебе надо руку лечить, чтобы мы могли уехать отсюда. Я сам разберусь. Дик, блин, да я уже с ума схожу, сидя тут на жопе. Только постарайся не спать. Вдруг они к тебе явятся. Отбой. Да уж, что-то я совсем не в форме. Уже почти. Ну давай, почти давай.